Ебанутый, что ли? Ох, ебать, ля, сука, господи, ля, какая, ебаный свет, блядь. Я б такую, конечно, бы вообще нормально. Ох, бля. Еба. Мне интересно больше, сколько она лет копила денег на эту плазму. Или сколько ей придется кредит выплачивать. Где он? Кто любит? Охрана? АУЕшник, с которым ты мне изменяешь. Здесь никого нет. Ага, жизнь. Ладно. А, в туалете. Люди, это супер лайфхак. Смотрите, это один стул. Переворачиваем. Четыре. Она моя роза, я ее люблю. Она красивая, я ее хочу. Она золотая, роза не... Как-то вообще вот просто... Моя родная... Вам какой-то максимально грустный. Не смотри в мои глаза, ты не увидишь в них любви. Обходи меня сторонкой, тянет только на рубли, 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 на рубли. Залезаю в черный крузер, МСК на моей трусе. Я не вижу крыши, хуй с ним, на рубли, на рубли, на рубли, на рубли. Я не вижу твою кредо, я ебашу хэви. Что случилось? На-на-на-на. Блядь, что за пиздец происходит, господи. Так. Зожники, вам скоро пиздец настанет, потому что закроют нахуй ваши спортзалы, и хуй вы что сделаете. А наши виноводочные отделы хуй закроют, потому что мы сила, блядь. На запястье лед они кричат, вау, не открывай свой рот при мне, просто так. Классная куртка, да. Вся какой, блядь. Это я, кстати. Ну, если меня... Точнее, мне дать такую же одежду, я так же буду выглядеть. Если я надену на себя. Ну, естественно, я так делать не буду, блядь. Я в таком и не хожу, поэтому. Чтобы не быть как он. Ну да, я знаю, блядь, я ей говорю. Ты, я! Воу! Да не, ребят, не я, вы чё, издеваетесь, что ли? Да не. Хуя. Это уже вы. Уля какой. А я девчонка со двора и дочка старого вора. А ты детдомовский пацан, шпана по жизни хулиган. А я детдомовский пацан, душой навеки хулиган. Твоя жопа как патрон, покажи, на что способна овладеть этим битом. Двигаешь бедром, этим тактом в унисон. Я тобой наслаждаюсь. Дай мне 1500. Так сейчас же вирус. Я эту плазму где-то уже видел, ребят. Она же была в начале у той самой, вон. То же самое, абсолютно такая же. Они что, блядь, друг другу и передают, чтобы ТикТок снять на ее фоне? Это она? Серьезно? Какой? Карман на минус. Че это было? О, боже мой. Абибас? Бля-ля какой. Ой, как я его люблю. И клянусь, так любить. Это он в армии или где, я не понимаю. Я не человек. Просто он со шваброй в руке был. По-моему, он в армии. Я ёжик.
Че, блин? Грустный ёжик. Кто не с нами, тот под нами. Какая-то стрёмная школа, блядь. Просто смотрите, вот. На вот эти деревья, я не знаю, они где, в Припяти, в Чернобыле, блядь, учатся. Ну что это за пиздец? Все серое какое-то, грязное. Небо серое, школа серая, деревья серые, блядь. Земля серая, сами они тоже в каком-то... Серые все. Ужас. Вот реально. И вот живем мы в таких условиях, как-то даже, знаете ли, грустно. А потом мы удивляемся, а что так грустно-то? Да вот, пожалуйста. Страшные деревья, торчащие из-под земли, блин. В основном такое мы видим, знаете, в играх в жанре хоррор, например. Которые нам делают американцы. Ну, европейцы там, да. И они даже не представляют, что, а для нас-то, ну, нормально, мы так живем среди этих деревьев, да. Нам и не страшно в их игры играть, поэтому. Серые голуби. Так, это мальчик или девочка? Росомаха, блин. Я не понял, он типа считает, что это круто или что? Типа он прикольно, классно, красиво выглядит? Вон, блядь. Чё с прической-то? Или он тоже сам подстригся, как тот чувак? А к чему это было снято? Ебать. О, опять он. От чья-то нога вылетела. Всем привет, ребята. Я в Италии. Ебать, что за звук там был? Наверное, его мать, блядь, батя по спине постучала, да, судя по звуку? Так, я в Италии. И, короче, там никого нету. Я тут один. Кого там шлёпают? Да, блядь, что за хуйня происходит? Чё? А чё? Его мать ебут. Не смешно. О, господи. Свадьба. Просто, блядь, я бы мог пошутить, про его мать его ебут, но это слишком как-то очевидно, ожидаемо, как-то Мавилон говорил. А вот шутка про то, что по спине хлопают, вообще не ожидаешь, как бы, да? Котики. Это не шутка? Бля, музыка такая, какая-то, я не знаю. Бандитская. Ну, он бандит, наверное, да? Женился. Я тебя люблю. Блять, зубы как у меня прям. Господи, боже мой. А я девчонка со двора и дочка старого вора, а ты дедомовский пацан, шпана по жизни хулиган. А я дедомовский пацан, душой навеки хулиган. Дед, хватит уже, ой, точнее, хватит курить, пожалуйста, денег не хватает. Бля, обидно, да? Жалко. Ебать! Дед, реально завязывай, тебе совсем уже хуёво. Не. А деду похуй. Какао, какао, кокоу, кокоу. Бля, он голый. Он голый. Или не голый? Я пузо вижу. Ёбаный, сука, свет. Когда только начали встречаться. Не понял, блядь. Ну да.
Короче, если хочешь быть моей девушкой, ни с кем не говори, дома сиди, кушать твори, при мне не перди, телефон не бери. Нахуй иди! Малый пап, взрослый. Все такие бесцельные, все такие красивые, все такие богатые. Это же этот пчела, блядь, из бригады. А, все? Господи боже, что с тобой, блядь? То, что ли, курить начала? Один лучше другого, ну. Девочка, с кейк невкусно. Я так продюсеру. Белые трусики. Тусики-тусики. Чики-чики. Чики-чики. Мада едет резко, со мной калаше экстен. Да ты 19, парень, я уже легенда. Когда с вами 20 лет. Блядь. Вот когда по-настоящему кринжово, мне аж как-то двигаться страшно. То есть мне одно лишнее движение вызывает какие-то неприятные ощущения внутри меня. И когда я вижу кринж, я пытаюсь просто замереть и такой, блядь, типа, что, типа, когда-то закончится. Наверное, вы на моем стриме просто от начала до конца не двигаетесь. Либо лизун. Придумай, где ты была все 4 дня. За сосы, за маскируй не... Зачем ты мне, Антошка, принес сегодня ложку? Ведь я тебя просила, принеси мне дошек. Зачем ты, Антошка, принес мне ложку? Ведь я тебя просила, принеси мне дошек. На свободу все желания. У нас, кстати, остался еще часовой ТикТок на этом канале. Я любимец твоя. Короче, ну вы поняли. Так что, ну, запомните, твари. Когда задонатит, напомните. А можно побольше эмоций, ну? Ты попал на мой ТикТок, задержись-ка на чуток. Подписаться не забудь, если нравлюсь хоть чуть-чуть. Я стараюсь для тебя, я снимать люблю себя. Посмотрел до конца, ты... Бля, мне надо такую же песню про свой канал на Твиче придумать. Не забудь, ты попал на мой ТикТок. Так, ты попал на мой канал. Задержись-ка на чуток. Бля, дальше уже рифма не идет. Ты попал на мой канал. А я мать твою ебал. Не-не-не-не-не-не-не, это плохая. Плохая рифма. Ну, короче, я подумаю. Подписаться не забудь, если нравлюсь хоть чуть-чуть. Ну, тут нормально, так и оставим. Я стараюсь для тебя. Я стараюсь для тебя. Я снимать люблю себя. Я шутить люблю, ха-ха. Посмотрел до конца, ты... Ну да. А мы пьяные, счастливые. Что это такое, господи? Что у нее за камера? Почему он так лагает? Базара нет, вы все тигры. Ну но да, есть я. Есть одно но. Я с животными не общаюсь. Слава богу. Это моя вечеринка, это мой кальянчик. Сука. Аля, бля. Да сейчас многие такой кальян используют. Ужас. Блять. Нани, что, блять, господи, что у него лицо такое странное. Итак, для тех, кто хочет стать плохой девочкой, и поэтому дам совет. Во-первых, вы должны быть уверены в себе. Девочки, слушайте еще раз. И поэтому дам совет. Во-первых, вы должны быть уверены в себе. Девочки, вы уверены в себе? Записывайте. Потому что плохая девочка, она всегда в себе уверена.
Во-вторых, вы должны давать сдачу одноклассникам. Сдачу? Одногруппникам, кто на вас незаслуженно говорит всякие гадости. Понятно, девочки? Вот я плохой мальчик. И когда про меня говорят гадости, я всегда даю сдачу. Мелочью. Слышь, подростки, как платформу-то делить будем? Харе тут смехуёчки и пиздахаханьки. Платформа общая, и мы, бабульки, будем тут. И вообще, подростки, мы уже прошли садик, школу, институты, работу. И что в итоге, блядь? Вот, пожалуйста, результат. Хуёво прошли. Перепроходить надо, блин. И нам можно тут сидеть. А вот вы еще не получили образование. Как получите, присоединяйтесь. Понятно? Подростки, блядь, звучит на самом деле обидно, реально. Вот это вот типа шкила, школьник. Ерунда. Я теперь буду подростками вас называть. Ну чё, подростки? Привет. Я поняла, что я... Подросток. Стрёмно и кому не нужно. Мы этого не говорим. Бля. Это и так понятно. Пиздец, у нее убитое лицо. Типа, ей реально хуёво. То есть ей даже играть не нужно, знаете. Грустное лицо или делать себя грустным. Она и в предыдущих тиктоках в этом видосе была такая же заёбанная. Вы посмотрите просто. Посмотрите. Она лук режет. А при чем тут лук? У нее глаза, я не знаю. Как будто она все. Ну все, понимаете, все, конец. Да у меня на самом деле такой же. Особенно, когда утром просыпаюсь. Ебать. А, это уже следующий тикток. Я думал, то она так смонтировала, чуть не охуел. Вот это молодец, думаю. Блядь. Прикольно.